Вдох, видих. Вдох, видих. Розслабляємо все наше тіло. Все тіло розслаблено, спокійно, наповнено світом і теплом. Отпускаємо всі мислі. Ничто вас не тревожит, ничто не беспокоит. Все хорошо. В нашем мире все прекрасно. А теперь представьте, пожалуйста, что вы находитесь на берегу удивительной кристально чистой реки. Может быть, это песчаный берег, на котором вам очень приятно лежать. Вы лежите на песке, смотрите в небо и наблюдаете, как по небу проплывают прекрасные облака. Они наплывают и уходят. Это одно из самых прекрасных состояний, которое может только позволить себе человек. Лежать и смотреть в небо. Когда вы чувствуете, что вы полностью отдохнули и расслабились, представьте, пожалуйста, что вы открываете глаза мысленно и видите, что к берегу пристала лодка. Она для вас. Вы встаете, подходите к этой лодке и забираетесь в нее. Она тут же отчаливает без всяких усилий с вашей стороны и начинает свое движение, следуя течению реки. Вы точно так же ложитесь в этой лодочке, чувствуете плавное покачивание, и вам очень приятно и очень хорошо. Вы полностью отдаетесь этому течению, и вам все равно, куда пристанет эта лодка, потому что вы доверяете течению жизни. Вы знаете, что она привезет вас туда, куда нужно. Итак, вы плывете по этой реке. Вы слышите пение птиц. Вы слышите, как поют цикады. Порхают бабочки. И иногда выпрыгивают рыбки из воды. Полная гармония с миром, тепло и хорошо. Вот на этой лодочке вы плывете, плывете, и вдруг вы причаливаете к какому-то очень симпатичному городу.